Всем привет! Сегодня продолжаем. Делать сами. Подожди, я же там язык показал, короче. Меня не видно. Видно немножко. Я знаю, могу даже делать. Продолжаем делать сани. В прошлый раз разогнули лист, прикрутили его. Сейчас, ну, немножко он все равно волной такой идет. И сейчас будем, купили профили, будем варить сразу окантовку и уже прикручиваться к окантовке, чтобы подогревать и прикручиваться, чтобы более-менее выровнять. Сзади будет, самки будут вот таким загибом, чтобы не было ударов, когда сами идут, чтобы они плавненько стягивались. Ну, кальций сделали, вот сзади будет вот такой загиб. Высота борта планируем сделать 40, чтобы самки меньше снегу не ложили. Сейчас гнем профиль. Трубогиба нету, загибаем методом, резал сваркой, варил, резал сваркой, блядь, рез болгарка и сварка. Вот так. Так, чтобы маленько сделать более-менее ровные углы, вот стянули цинками, и вот получается примерно один и тот же угол. Ну, разница есть, конечно. А я какой разницы делаю? Работает все нормально. Каркас закончен. Началась покраска.